Приветствую всех! Я Полина Майзель, ароматерапевт, преподаватель массажных техник. И мы сейчас с вами находимся в серии видео «Рецепты прикосновений с эфирными маслами». И в этой серии мы поговорим с вами про мяту. Перечная мята, она же peppermint, или же по-латински mentha peperita. Мне очень нравится это название, ее латинское, потому что у меня ассоциация с какой-то веселой, заводной мексиканской девушкой. И, кстати говоря, может быть, это очень ей подходит. Сейчас узнаете, почему. Мята. Мята — это все про энергию, про свободное движение энергии. Потому что в ароматерапии, если сказать про мяту двумя словами, это освобождение блоков. А если сказать тремя словами, это освобождение энергетических блоков. Энергетических, на самом деле, и физических. Все, что заблокировано, все, где энергия не может проходить свободно, тут нам в помощь придет мята. Она просто пробивает эти блоки и дает энергии по всему телу течь и чувствовать прилив сил и бодрости. Как мы будем пользоваться мятой для этих целей? Напоминаю, это видео про прикосновение с эфирными маслами, потому что у каждого масла есть еще масса применений, но сейчас мы сосредоточились на прикосновениях. И опять же, я покажу вам два варианта. Есть, вы можете пользоваться в чистом виде и наносить точечно, очень-очень аккуратно, или же использовать в роллере. Я рекомендую использовать мяту в роллере, это очень-очень удобно. В разведении 15% выше крыши вам будет плюс-минус, да, по индивидуальному желанию, как вы хотите, поярдернее, покрепче, чтобы у вас была мята, или наоборот, помягче. Где и как мы будем пользоваться и зачем маслом мяты? В первую очередь я скажу вам, что это все, что связано с энергии, которая нам должна поступать к голове. Поэтому чувство дискомфорта в голове, какие-либо даже болевые ощущения, это чувство тяжелой головы, просто тупой головы чувства. Как мы будем пользоваться? Мы будем брать мяту и вот в этом роллере прокатывать ее по затылку. Здесь есть такие точки, вот выступающие косточки. Очень хорошо прямо под ними прокатить роллером. Виски. Очень аккуратно, чтобы мята не попадала вам в глаза, потому что мята — это мексиканская девушка, в глаза будет мало не покажется, придется смывать, и даже не водой, а каким-то базовым маслом на ватном тампоне вы промоете. Ничего страшного не произойдет, но просто это будет пару минут неприятно. Поэтому очень аккуратно, только на виски, и вот здесь, вот в области третьего глаза вам тоже очень понравится. Вы сразу же... Вау, мята — это масло, когда вы в мгновение ока, просто в считанные секунды вы чувствуете, что энергия пошла, что-то изменилось. И если даже там вы не снимете, не знаю, что сильную головную боль, то вы все равно почувствуете облегчение. Вы просто хотя бы почувствуете облегчение, и что пошла энергия. Итак, вот здесь, затылок. Стопы ног людям, которые страдают хронической усталостью или вообще какие-то вялые, хочется больше бодрости в жизни. Вот сейчас, особенно там, вот конец у нас, конец зимы, весна наступает, и нужно находить энергии, ресурсы. Массируем ступни ног, промазываем вот так вот, прокатываем роллером по ступням ног и делаем себе небольшой массаж. Утром и днем, например, можно даже в течение дня два раза в день запросто. Еще одна область — это область живота. Все, что связано с теми же самыми блоками в пищеварении, когда наше пищеварение работает не так быстро, как хотелось бы, и есть какие-то блоки там, да, есть вздутие или что-то такое, вы чувствуете, что нет легкости в пищеварении, энергия не проходит так, как вам бы хотелось. Пожалуйста, прокатываем вот так вот, таким вот образом, по часовой стрелке, роллером по животику, и делаем вот такой вот массаж по часовой стрелке. Конечно, это масло тоже подойдет для массажа спины в виде роллера в области спины. Если это маленькие дети, я бы не стала пользоваться перед сном. Вообще, мята – это масло, которое мы начинаем чуть-чуть попозже, оно не очень подходит для совсем-совсем маленьких детей. И если да, то в достаточно большом разведении, даже не 10%, а может быть 2% вам будет выше крыши. Но для взрослого человека... Для взрослых детей вдоль позвоночника мята при тех же ситуациях какой-либо хронической усталости, вялости, это тоже будет очень круто.
Итак, это была мента пеперита, и мы с вами продолжаем рассказ о рецептах прикосновения с другими маслами в следующих сериях. Так что оставайтесь, подписывайтесь на мой канал, чтобы получать уведомления о новых видео.